Всем привет! Сегодня я покажу вам, как мы собрали нашу собаку на море. Мы зашли в зоомагазин и купили синюю футболку с красивым принтом. Из-за того, что она хорошо тянется, нам подошел самый маленький размер. Еще одну футболку с изображением кошки. Она тоже хорошо тянется из-за оставленных резинок. Вот так она сидит на нашем питомце. Также мы приобрели поилку для собак. Она очень удобно раскладывается. Для того, чтобы полилась вода, надо нажать на бутылочку. Еще мы купили капли от блох и клещей. Внутри коробки находится наклейка для ветпаспорта. Ну и сами капли. Через день после обработки каплями мы наденем ошейник. Так он выглядит в упакованном виде. Ну и, конечно же, дело не обошлось без вкусняшек. Нашему щенку не очень понравились. Также ранее в поездку мы приобрели сухой корм. С собой мы берем полотенце, пеленки для животных, зоошампунь, для прогулок шлейку и поводок. И, конечно же, игрушку. После зоомагазина мы отправились к ветеринару, чтобы подстричь когти. Ну вот, наши сборы подошли к концу. С вами была Виктория. До новых встреч. Всем пока.